Моя королева, сегодня нас ждет новое увлекательное путешествие в мир твоего стиля и элегантности. Располагайся удобнее, закрывай свои удивительные глаза и просто дыши, живи, расслабляйся. Глубокий вдох и глубокий выдох. И еще один глубокий плавный вдох, глубокий плавный выдох. И повторяй вслед за мной. Красивые и умные женщины во все времена были центром притяжения богатства, творчества и высокой культуры. Я, благородная дочь своей эпохи, с гордостью несу эту великую миссию создания элегантного медитативного пространства вокруг себя. Мои движения отточенные и плавные, мною любуются, словно изысканные балерины на сцене. Каждое мое движение исполнено грации и неги. Мужчины бросают к моим ногам всю роскошь этого мира. Мой стиль изумителен в деталях. Я всегда наряжаюсь так, чтобы меня хотелось рассматривать. Все любуются мной. Я — пример и образец грации. Мой стиль несет вдохновение для всех женщин этого мира. Трепетная нежность и обволакивающая страсть — все мне подвластно, и все я могу выразить в своем стиле. Я легко подбираю образы, которые восхищают миллионы людей. Я муза всех известных дизайнеров. Всемирно известные кутюрье посвящают мне свои коллекции и с гордостью дарят мне потрясающие наряды, потому что я великолепно стилизую и презентую их восхищенной публике. Моя элегантность – это моя тайная и явная сила в мире скоростного мышления. Мой стиль – это мой театр, моя феерия. Он влечет ко мне людей, ибо отражает и несет чудо души моей. Почувствуй, как все эти волшебные слова встроились прямо в твою душу, прямо в твое сознание. Теперь ты, моя королева, стала такой женщиной. Женщиной восхищения. Почувствуй эту дрожь в своем теле. Почувствуй это предвкушение феерии стиля. И прямо сейчас осторожно открой свои прекрасные глазки и подойди к своему шкафу или пройди в свою гардеробную, чтобы найти там вещи, которые покорят в твоем исполнении миллионы людей.